Дай лапку. Кота, дай лапку. Дай мою хорошую лапку. Ну дай. Ты мой золотой. Вот такой кот дает лапу. И стоечку делает. Он такой здоровый. Ну, ой, он на самом деле фиолетовый, а на камере синий. Сейчас я тебя сфотографирую. Вот так вот. Вот так мы. Вот. Красота. Радуются маленькие дети и бабушки. Шевелится. От ветра. Иринка все хочет выиграть миллиард. Второй год пытается. Вот интересно, а вдруг выиграет? Ну что, Черноморск? Вот магазин это. А то пуд. Тут в одном магазине. 2 гектара. Да, 25 пудов ваших. Ой. На все скидки под Новый год. Белуга вместо 3000 меньше 2. И все так. И вискарь, и водка, и конфеты. Что ты там смотришь? Валенки на резиновом ходу. Еще игрушек. Ну, кстати, пойдем мы посмотрим гирлянды-то. Они там тюрьмы. Ну что? Вон так. Сколько на метрах? Вот тоже знает. Какие гирляндочки, как лампочки керосиновые. Сейчас начнется на Новый год пальба с фейерверками, с этим. Цветочки живые. Шифлера. Я говорю, я на Канарах, они там по 5 метров выше деревья, эти шифлеры. Под 60.
среда. Пенсионеры с понедельника по пятницу смотри, товар. 10%. Смотри, товар. Вот, видите, 10% всю неделю скидка для пенсионеров. Я чувствую, как раз вот такую разбила, когда было. Она у меня вдруг как-то полилось, я еле собрала ее. Уже гребла. Она же мыльная, конечно. Она мыльная, я гребла совком. Пойдем сюда, зайдем в коробочки, я посмотрю. Раскололись в самолете штатив, коробочки. Когда-то я их тут покупала. Есть, нет. Вот они. Ну вот, теперь я буду в такие магазины ходить. Макароны 29,99 Макфа. Соусы. Чисто итальянские. Короче говоря, в Крыму такого количества продуктов и в Ашане нет. А уж о санкционных и говорить нечего. А, дорогой. Я по 75 рублей покупаю. Видите, цена на креветки какая? Не знаю, Руси любит, которые помельче. Они послаще. По 300 рублей. Меня Костя все время ругает, что я умудряюсь камеру криво наклонять. Он говорит, мало того, что идешь, у тебя все шатается. Это я цены снимаю специально для Крыма. А то они все не верили мне, что у нас дешевле на севере. Молоко 44,99. В коробке, а не в пакете. Вот я говорю, так привыкли. Что-то раз захотелось быстренько не готовить. Там вон целый ряд салатов и всего. Все, что хочешь. В Черноморском зайдешь в кулинарию, посмотришь, из чего там сделано, и никакого желания нет. Сыры, сыры, конечно, денег стоят, но извините меня, это же не сыробогато. Угу. Швейцария, пармезанчик. Ну, есть российская, да, есть. Но
Армения. Швейцария. Аргентина, пармезан. А в Крыму я только аргентинский пармезан видела вот в Ашане. Да, там места, они разные. Я говорю, на них салатов сколько. И они здесь вкусные. А я покупала в Евпатории во фреше. Ужас. Вон гнездо глухаря. Это мой любимый салат. Хлебушка, сколько всякого. Одних майонезов. А что ты какой хотел? А вот, 129. Ну, 129, да. Только большая коробка на 400 грамм. А, рыбка-то свежак. Ай, арбузы. Ой, слушай, мне прям надо к тебе в гости ехать. А это кумкват, кто не знает, цитрусовый такой. А это лонган. А это мангустан. Это малина. Манго. Кокос. Пойдем конфетки посмотрим. Ого.
Здравствуйте. Я так, вот, я так и думала, что я вас здесь встречу. А мы вам сыры пришли. О, Ирина Сергеевна встретили. Да? Вы снимаете, как ходите по магазину? Ясно. Угу. Ага. Где еще можно встретиться? А? Я говорю, где еще встретиться можно? Да. В Окее. Ну ладно, идем на кассу. А я вот к ним равнодушна. Совсем. Никто ногами не стоит на прилавке. Ага. Да. Императорский набор 627 штук. 10 тысяч, да. Ну, это на целый корпоратив. Ну вот. Время 1:30 дня. Так и не рассвело. Погода пасмурная. Сейчас мы поедем к Иринке в гости. Крестник у меня там. Хочет меня увидеть. Какие глазки стали. Раньше такой был зверюга, а сейчас, видно, стареет. Да у него, по-моему, зубов нету. С одной стороны, сверху и снизу клыков нету, как бы упадали. А может, ее кто-то поотшибал. Кто-нибудь подшибает дома-то.